да, по новой. Сначала все едем по новой, не разделяемся. Подожди, в Поляне Марк есть? В Поляне Марк есть, есть. Едем по новой туда. Обратно. Слушай внимательно. Кто хочет пидорасить, едет первый. Или три, нет? Ты будешь пидорасить? Не забывайте, на четырехсотке. Стопаки тачек, не разглядите дистанцию. Тормозит она, не тормозит. Так же касаемо и нас самих. Кто-то за кем-то на моте хуярит, едем в шахматном порядке. Не надо плетаться в жопу и ехать. Это не тормозить. Сейчас собрались, чтобы немножко катнуть ночью. Вот. Не часто, короче, мы такое устраиваем. Ну, мы на самом деле не организаторы, вы ничего не подумайте. Вот. Здесь, кстати, собралось еще машин дофига, покажи. У ребят тоже будет небольшие ночные заезды. Вот, мы сейчас вот, мотик, покажи сколько, короче, здесь. Да, мы думали, человек 5 будет, наверное. В общем, ребят, взял с собой камеру, поэтому попробую заснять, что из этого выйдет. Вот, поедем до Полянки. Там у нас чекпоинт у Макдака. Вот, кофейку попьем, обсудим какие-то моменты по дороге. Вот. Ну и обратно еще. Очень приятного просмотра.
рюкзак открылся на скорости. Серьезно? Да, я вообще закрытый сейчас. Вроде да. Я останавливался, ты меня вот догнал, короче. И он открывается на скорости. Хорошо, что документы не выпали. Я проверял. И камера там лежит, блядь. Не летело, да, вроде как. И камера там, прикинь, пиздец вообще. Короче, мне очень сложно ехать. Я нихуя, мне сливается все. Я согласен с тобой. Днем пизже. А? Днем удобней. Я еще с темным визором. Да. Мы дочилили до сюда, в общем, вот находимся, как это, Эстосадок? Макдак. Макдак, да, все дела. В общем, докладываю. У меня на скорости, как вы видели, открылся рюкзак. Это, ну, на камеру попало, короче. Мы шли с Серегой очень кайфово, то есть он меня обогнал, я за ним держался, было очень удобно. Потом он меня отпустил вперед, я впереди, короче, ехал. И, короче, когда там на 200, я чувствую, у меня хлопает что-то по спине. Ну, вы видели там на камере, короче, остановился. У меня открытый был рюкзак. Вроде ничего не выпало. Там вторая камера была, 360, документы там, ну и куча мелочевки, короче. Вроде все нормально обошлось. В общем, кайфово катнули. В принципе, что могу сказать? Вот мне чисто сложно ночью ехать, не знаю, как остальным. Потому что я не могу рассчитать расстояние, то есть до поворота, ну, то есть... Насколько поворот уходит туда, то есть я зрительно не вижу его. Днем я вижу, короче, и можно прям дубасить хорошо. А здесь, короче, был один момент, когда я чутка переборщил со скоростью. По-моему, там на 180 влетел в поворот. Ну, слава BMW, короче, она вытащила реально. Я просто уже до конца просто по углам был. Вот, ну, в общем, все обошлось, все хорошо, дальше аккуратненько поехали. Спасибо за просмотр, бай. Серег, комментарии-то дашь какие-то? Новая дорога говно. Второй раз по ней еду, больше никогда не поеду. То есть по старой нравится, да? По старой, да. Новая вообще неинтересно. Мы там кое-как, ну, 210 в поворотике подавали, вот так, но, блин... Согласен. Некомфортно. Днем по новой пизда-то. Ну, днем, может быть, да. Скорость больше, повороты читаемые. Ну, и трафик тоже больше. Ну, это читаемые повороты. Самое шикарное время, как я вчера катался, это 4:30 утра. Вот шикарно видно, и народу вообще нету. По городу, по Сочи, вот вообще катать вообще прям отлично. Здесь я не знаю, как будет. Понял. Сань, твои, может, есть какие-то комментарии? О, вам завелся питбайк. Начинается раз вообще другая, не как днем, когда едешь. Ну, вот. Кайфанул? Я кайфанул, да. Две сотки ты дал? Нет, 180. Нормально, не понравилось.